Массовое отравление экипажа произошло на судне «Сапфир» поисково-спасательной службы. Инцидент случился в конце августа, когда моряки находились в дельте Дуная. Из 23 человек экипажа 8 были с плохим самочувствием и не могли выполнять служебные обязанности. По словам моряков, первым слег повар судна. Незадолго до этого экипажу дали битки с опарышами. Известно также, что на складе хранятся просроченные продукты. Один из мореплавателей решил обратиться к руководству, но его уволили. В 2020 году тендер на поставку продуктов питания выиграла компания Modern Train, которой принадлежит крупная сеть супермаркетов.